Ай-яй-яй-яй-яй. Мне руку выбили опять. Снизу слева где-то. О, в тебя стреляют? Я его не вижу. Ну забей на него. Я на той стороне. А он не выйдет, его... Все, ему пиздец. Упал. По мне. Сзади откуда? И впереди, да. Там же где первый. Ты что меня закрыл? Это не я, это он. А. Это ты? С синим портфелем. Да. А мне не надо. Где? Давай. Иди еще одного. А че он меня не стрелял-то, блядь? Я не понял. Уходи. Подожди, секунду. Иди ко мне сюда. Я зайду в комнату сюда. Давай. А чё за хуйня-то была сейчас? Я говорю, это ты? Он такой, короче, поворачивается на меня. Он потому что на меня сначала перевернулся. Не-не-не, он на меня повернулся и не стреляет. Я рядом с ним сажусь за спину. Он разворачивается, начинает меня шить. А, так может это значит бирвец какой-нибудь, который относительно нейтрален был. Потом триггернулся. Я еще пизданул, что у него портфель синий, но у него портфель был этот, как коричневый, ну как у тебя, короче. 1000. И вот разведанные, они 550 сейчас стоят. И вот это самое вкусное, что они могут приносить. За самогонку они просто предметы тебе в основном таскают. За разведанные чаще всего это пушки, ключи и там еще что-нибудь там топовое могут притащить. От них зависит. Так, пойдем надо здесь наверх. Че, активировать? Опа! Двое там. У меня повело оружие, как то. Я колюсь. Патроны! Еще сзади, откуда мы пришли? Спасай меня, нахуй. Угу. Меня убил. И воняет. Здесь аккуратно, здесь самая опасная хуйня. Здесь же ёбнули меня. Гранаты. Блядь! У меня аж зависло все к хуя. Бегут. Откуда он стрельнул? Say hello to my little friend. Перед нами. Вижу. Блядь, нам обоим очень больно. На козу гранаты был сюда. Вообще он очень раненый должен быть. Там вдалеке, где красная комната. Ебать, тебе прилеты летят аккуратно. Он кашляет, ему прям очень плохо. Ныкайся, же помрешь сейчас. Я толкую. Какие-то лютые патроны, чувак, я не могу. Не могу. Подожди, граната пошла в них. Хорошо, хорошая, вкусная. Я не вижу их. Ходи. Не уебывайся. Один поиграл. Блять, я помер. Ебать, дебилы, ну как так? Сохрани. Активируй. Вообще, на самом деле, очень опасно вот так вот идти, как я в тот раз сделал. Мне, видишь, просто повезло, что они затупили в дверях. Я даже не знаю, сделаю ли я сейчас то же самое. Так, ну я их там уже как минимум не вижу. Лево чисто. И право чисто. А гранат у меня нет, да? Прочекать-то. Ну, давай попробуем. Есть! Меня убивать идут. Я крою тебя. Лечись там, делай что хочешь. Не-не, они не попали. Один направо убежал. Мне гранату кинул. Бесшумно причем.
Одного убил, но меня зажали. Я в очень хреновом месте стою. У меня, ко мне, меня зарашит. Не могли они мимо меня пройти. А, тебя сзади, значит, кушают. Я его точно зацепил. Принимай кто сзади. Да блядь! Да хуя сечка-то, сука! Да иди я нахуй! Блядь! Отстань от меня! Ебана, блядь! Умру сейчас! Я не могу к тебе прийти, я выйду. Да в будке я ебучий! Бегу. Ну залазь! У меня перс не залазит, он устал, понял? Он устал, я не могу к тебе залезть. Во. Нес? У нас потери! Угроза! Еще один ранен. Минус один. Меня жмут. Меня не убей только, пожалуйста. Я вообще лечусь, я он без оружия. Пролетел, я без оружия. Все, мне хана. Мало вам говна, которое вы заварили. Еще минус. И меня зажимает. Еще минус. Да охренеть, я всех положил. И ты бежишь ко мне? Да, да, да. Я весь раненый, просто в ноль. Я сам еле живой, я еле выжил. Знаешь, что они там доставили? Пойдем в другое место. У меня! Убил одного. Вон, из двери открылся. Голова, зубы. У меня. Ты ушел и у меня сразу. Прям в моменте, нахуй. Да. Вот где-то здесь. Вот где-то вон там, на складе. Слышу. Их тут трое или четверо. Да налево. Ну, игра встала. Патроны, блядь! Да блин, я вниз упал. Бил пушечного тебя. Хули ты стонешь там, как шлюха, блядь? Передо мной двое рейтеров, иди сюда, к парковке, которую мы открыли. Первую самую. Ну тебе же просто их надо убивать, не мне. Знаешь, сколько я шприцов нашел? Ты бежишь? Не-а. Я 16 шприцов нашел. Черный. Сука, ёбнули нашего! Как тебе такие ниги? Прикольно. Мне тоже нравится. На парковке меня убивают потихонечку. А я в синий. Найс. Патронов у меня нет. Гранат под меня полетел. Слышал, как она буткнула. Что-то мне убил? Сейчас убью. Да я убью. Правда медленно, я не перевез. Да, бесполезно, ты не успеешь. Да, в другом конце так. Хорошо. Бегу. Поживешь ты там здесь? Наверное, не знаю. А где они конкретно? На парковке. Они все там сюда прямо на парковке? В начале, да. Я сейчас всех обстреляю. Я стреляю. Где? За машиной. Я очень смертельно ранен. Давай точно. Я слышу кадык. Да, отлично.
это змея. Смейте. Значит, гуны. Да. Граната! Ты помер? Это моя была. Я в окно не попал. Зачем ты в окно ее кидал? Может быть, кстати, починили как раз машину. Ебать, 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 ебать. Чё? Да тут взорвалось что-то прямо передо мной. Я гранату кинул. Куда, внутрь? Да. Тут дикий взорвался. Да ладно, я его ёбнул. Вот, лежу. Да ладно. Ой, блядь. Серьёзно, бля, как ты. Ему, получается, прям по сраку её закинул. Он прям взорвался на ней. Подожди, стоп. Я кинул вот в эту комнату, он не мог взорваться, пиздёж. Ну, блядь, еще раз говорю, он сдох от гранаты, от взрыва при мне прям. Подожди, где окно разбито? Здесь да. Целое, это вообще комната санитара. Ну, я тебе еще раз повторяю, он, ну, блядь, он, может, под себя ее кинул, я хуй знаю. И мне кажется, он... Я, ну, нет, я тебе еще раз говорю, он при мне въебал, говорю, я ж дернулся. Я его увидел, он взорвался. Не-не, я ж ВДМ все сижу. Еще идут. Он не умирает! Понаем. Эй, ты куда? Еще с улицы кто-то идет. Давай, мочи! Ты там что, живой? Да пиздец, нахуй! Все бы ему в него кинул. Живой, но сейчас... Еще идут! Ну, при смерти. Блядь, ладно, я иду. На помощь. Ты где? Входа. Все, вижу. Лечись, ты прям как отдыхаешь. Вон сайгу возьми с прицелом. Тут еще. Убил? Сайгу вон с прицелом бы взял лучше. Я гранату кинули. Бля, ебать, там народу у скорой. А, блядь. Ты живой? Да. Че-таки у скорой. Бля, ебут меня. И в ответ таки меня кинули, пидорас. Ебать, я как я убежал, я не знаю. Живи, я постараюсь отстрелять их. Первый нахуй. Блять, я лег случайно. Второй нахуй. Там сзади еще у нас. На улице, он вот тут. Третий нахуй, все, минус три. Три чела. Может, у них оружие? Че там, давай, вали их нахуй, их там санитар. Это санитарище. Давай, хуярь туда их, хуярь! Вижу, ты что, пидрила. Хуярь их нахуй всех, пидорасов. Эх, блядь! Вот это зажимище, конечно. Просто, реально все легли. Не-не-не, подожди, сзади. Я тебя захороню. Бля.